Привет, друзья мои! Сегодня решила заняться маникюром. Маникюр гель-лаком. Значит, сняла я уже покрытие и думаю, а что ж мне это не снять и с вами поговорить, и вам показать, и себя показать. Вот, значит, вот это у нас пылесос тут. Это лампа. Это тоже лампа. А это корейский аппарат. Вот я как убираю птериди, мои хорошие. Я уже тут убрала. Вот. И очень легко убирается. Вот так. Я уже убрала тут почти на всех. Вот тут на двух пальцах оставила. Так, а где щеточка, Зай? Вот так. Вот так, мои хорошие, когда вычищаем все и спиливаем, вот щеточкой делаем наверх, друзья мои. Вот так вычищаем. Так меня учила наша мастер. Я за 3 дня пошла, ребята, и выучилась за 3 дня. Ну, тут уже все почищено у меня. Я уже почистила. Тут вот, вот это пылесос. В общем, убрала покрытие, мои хорошие. Сейчас буду наносить праймер, да? Праймер называется. Угу. Вот, с кисточкой. Сейчас покажу. Может, пылесос уберешь? А, сейчас уберу пылесос. Вот у нас лаки. Мы покупали каждому, какой цвет нравится девочкам. Я себе. Вот. Здесь что у нас? Здесь у нас ножницы, друзья мои. Вот. Ножницы. Здесь это что это, Мария? Это нижние формы. Это формочку придаешь на наращивание. Здесь у нас наклейки. Вот. Я буду клеить, наверное, вот из вот этих. Смотри, вот это, вот эту показывай. Красивая наклеечка. Не спеши. Вот из этих, наверное, наклею я сегодня. Даже не могу определиться, какой цвет, каким цветом себе накрасить. Так, сейчас будем обезжиривать и наносить праймер. Праймер это значит, что это, друзья? Это наносится на ногти. И он как делает? Волокна, как... Дает сцепку. Да, чтобы была сцепка лака. Камуфляж будете наносить или сразу цвет камуфляж. Ну, кому как нравится. Все быстренько. Вот так берем обезжириватель. Мочим, друзья мои, хорошенечко. И... проходим по всем пальцам, вот так. Что ты теперь делаешь? Теперь буду наносить праймер, бескислотный он, но его тоже надо наносить так, друзья, с жадностью. Ну, наверное, кто пойдет учиться, он научится, но если есть такие самоучки, вот, а чё ж он там пустой, наносим. Близко к кутикулам, где мы уже обрезали, нельзя наносить. Вот так. Почему нельзя? Ну, потому что это все-таки химия, чтобы она через кровь не впиталась в организм. Вот. Делаем аккуратненько все. То, что у меня остались остатки из того лака, я просто оставила. Не стала их уже спиливать. Спиливать машинкой, фрезой. А просто попилила пилочкой, чтобы была лучше сцепка. Понимаете, я ее оставила так, чтобы была лучше сцепка. Ну, вот так я сейчас все пройду, все 10 пальцев, друзья. Потому что вот так пальцы толстые не видны, а вот так, как колбаски. Вот так не видно. Ничего. Как не видно? Ну, давай. Вот так видно. Давай. Нет, вот так не видно.
Говори, да. Ну вот, друзья мои, сделала я правую сторону полностью, и топ покрыла, и лак накрасила, и наклейки сделала. Смотрите, сама себешки. Так, теперь вот оставила два пальца вам показать, как я делаю. Так, что-то свет плохо бьет. Вот, три пальчика сделала. Значит, берем, вот так наматываем на ус, как на ус. И, ой, да вы знаете, как себе сложно, друзья? Очень сложно делать. Пока вот это размазюкаешь себе, зато сама. Вот так вот. Выучилась. И Марию чуть-чуть подучила. Зато... Так. Вот так еще. По чуть-чуть берем. Но почти полдня ушло. Ну его дебря... Действительно, этот труд, он и стоит столько. Мне кажется, надо, наверное, и больше платить деньги. Вот так, так себе. Неплохо вижу. Вот, друзья мои, и отправляем на 60 секунд в лампу. Поехали. Уже последний палец. Чего? Ты говорить будешь сегодня? Ты уже сказала за меня? Говори. Вот, друзья мои, последний пальчик. Мария за меня. Опа, куда пошел? Вот так, друзья мои. Не жалеем, мажем. Мажем красиво. Ой, друзья, устала. Лучше бы я это... 10 вы спанакопиты сделала, клянусь, чем вот это лак мазать. Ой-ой, куда пошел? Куда пошел, давай. Сейчас затечет, а потом будет некрасиво. Хорошие, бежим, бегим, 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 бегим. Сюда бегим, вот так. Вот, друзья, покрываем топом, укрепляем. Все. Опа. И тоже на минуту духовку. Ну вот, мои дорогие, оцените, пожалуйста, мою кропотливую работу. Трудоемкий труд. Трудоемкий труд. Все, выключай. А не прощаемся? Не прощаемся, пойдем дальше. Вот это, друзья, ржаной хлеб, то есть ржаной муки хлеб. Смотрите, вот. Он выпекся, все, но высоту не дает. Как высоту дает в магазинах, то, что продают, не знаю я. А вот обычный белый хлеб, то есть белой муки. Вот. И тут добавлено только 50 грамм ржаной муки. Чуток. Вот. Теперь делайте вывод. Такой же... Это граммы. Столько же и сюда грамма муки. И столько же и здесь грамм муки. Вот почему у этой такая высота, а у этой вот такая. Значит, в магазине, которую муку, этот хлеб продают, что делают? Красят? Все, ты все. Мука крашеная. Вот, пожалуйста, любуйтесь. Уже не первый день пеку и не первый год пеку, друзья. Делайте вывод.
Правильно? И как сказать надо было? Правильно. Делайте вывод сами. Так, это не реклама и никого не твою. Не призываю куда-то. Теперь, друзья, смотрите. Вот фартук, который я шила, но не успела в том ролике шить и показать вам. Вот фартучек готовый. Так. Сейчас покружусь, показать. Что, крутится? Вот, мои друзья. Ну, крутится. Некрасиво крутится показывать. Покрутюсь. Пионерский фартук. Вот такие фартуки мы носили тогда также. Форма и фартучек. В общем, вот так, мои хорошие. На этом хочу вас всех поблагодарить, кто подписывается на наш канал. Пишите комментарии, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и будьте с нами. Всем пока-пока!